Как вырастить нравственно здоровое поколение? Трудно переоценить в этом деле роль центров дополнительного образования. В Прикубанском районе таковым является детская музыкальная школа, расположенная в поселке Ударный. Гордостью школы называют детский музыкальный театр, а ее выпускники работают в ведущих коллективах страны. Познакомилась с работой школы и наша съемочная группа. Мурат Джанкёзов подробнее. В 71 году прошлого века на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии в поселке Ударный распахнула свои двери детская музыкальная школа, ставшая культурным центром поселка без малого вот уже 50 лет. Сегодня учащиеся занимаются в уютных светлых кабинетах, количество которых увеличилось с 2 до 5. Все кабинеты оснащены современной видео, аудио и акустической аппаратурой, микрофонами, синтезатором, расширились фонотека и библиотека. Дружный педагогический состав школы всегда открыт для творческого и профессионального общения. Они окружили душевным теплом учащихся, знакомят с удивительным миром музыки, красоты и гармонии. Для детей, я считаю, что это воспитание нравственное. Через музыку можно научить ребенка патриотизму. В то же время это вовлечение детей в творчество. Это мы отчасти уберегаем детей от плохих поступков, потому что дети заняты, дети занимаются творчеством. Ну и в то же время наша задача еще и подготовить себе смену, чтобы были педагоги, преподаватели, которые далее продолжат нашу работу. Воспитанники музыкальной школы принимают самое активное участие во всевозможных музыкальных конкурсах не только в республике, но и далеко за ее пределами. Результаты выступлений бывают разными, но даже неудачи вызывают у учеников дополнительный импульс для самосовершенствования. В этом им помогают влюбленные в свое дело, преданные своей профессии, талантливые педагоги. Я уже больше 30 лет, 35 лет работаю преподавателем по музыке. И, в общем-то, испытываю очень большое удовольствие от вот этого процесса обучения, творчества и, как сказать, все время какого-то воодушевления и сказки постоянной. Вот. При всех трудностях. Великий композитор Дмитрий Шостакович говорил, что любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся. Именно поэтому главная задача педагогов Ударнинской музыкальной школы – научить детей чувствовать и понимать музыку, которая станет основой для дальнейшего здорового интеллектуального развития ребенка. Мурат Джанкёзов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево, Черкесия, Прикубанский район.